А вы любите сюрпризы? Да! Генрих, ты хочешь сюрприз? Да. Вы хотите узнать, что мама с папой вам приготовили? Да. А ну-ка, глазки закрыли. Глазки крепко закрыли? Да. Генрих, закрой глазки скорей. Закрой скорей глазки. Вика, крепко закрывай. Крепко закрывай. Ну-ка, что это тебе там щекочет? Посмотри-ка. Кто это? Кто это к вам в гости пришел? Это ваш новый член семьи. Викуля, ты так давно хотела котенка, и мама с папой тебе его подарили. Дай, пожалуйста, Генриху тоже. Викуль, вы же вместе, вы брат с сестренкой, вы должны вместе с ним играть. Ой, какой хороший. Я бы за ним ухаживать. Да. Мы придумаем ему имя красивое, мама, да? А можно будет называть его... Генрих, все. Пушок? Да, пушок. Можно. Я думаю, что тоже ему пушок подходит вообще. Пушочек наш. Да. Пушок. Он мне касается и царапает. Да? Какой красивый. Да. Привет, пушок. Здравствуй, пушок. Это мальчик наш. Нет, девочка. Нет, это мальчик, Виколь. Это пушок, мальчик. Мальчик, мальчик. А пушок, это называется девочка. Девочки тоже бывают. Ну, ты красивое имя Пушок придумала, да? А давай это будет девочка, пожалуйста. Да, но как она может быть девочкой, если есть девочки-кошечки? Вот у нас у бабушки, у нашей бабы живет кошечка, да? А у нас котик маленький. Привет, котик. Мама, а куда он тут взялся? На самом деле, его нам передала очень хорошая волшебница. Какая? И она сказала, что если вы будете хорошо за ним ухаживать, будете его любить. Я буду любить и ухаживать. Да. То он станет самым счастливым котиком на этом свете. Да, Генрих? Он такой миленький. Кися какая! Генриху вообще понравилась Кися. У него маленькая царапка. Да. У него маленький. Да, сейчас у нас свой. Отпусти его. Ой, Генрих уже целует котенка. Да? Отпусти, пожалуйста, его. Сейчас он освоится. Пускай погуляет, Генрих. Отпусти его. Нет, скажи, все, я прицепился. Пушок. Пушочек наш. Ки-ки. Привет. Эй. Да, скажи, будем теперь с ним играть. Отпусти его. Пускай Генрих, он хочет погулять немножко, да, освоиться, да? Отпусти его. Нет, скажи, Генрих, я скажи, его люблю. Должен немножко вас, он должен с вами познакомиться, должен разведать обстановку. Что? Новый дом, новая атмосфера. Мама, а давай купим. Все, начнет обнюхивать. А давай купим его домик. Домик, конечно, купим. Поставим ему туалет, куда он будет ходить. Корм. Мама, а давай купим вот тут вверх, а вот тут вниз. С лесенкой. Это называется как теточка с домиком, да? Мам, он мне поставить с лесенкой. С лесенкой, хорошо. Мы что-нибудь присмотрим для него. Верхний там. Самое основное сейчас у нас есть. У нас есть туалет. Корм, все, что нужно. И наша любовь, да? Как это он тебя поцарапал? Это у тебя котик поцарапал. Ноготочки у него уже выросли, надо ему постричь будет, да? Мам, а у нас есть ножницы. Мама, посмотри, какая у меня маленькая царапка. Какие у тебя глазки? Какие? Он очень. Эта порода называется британская шиншилла. Теперь, Вика, вам царапок не избежать. У вас в доме появился котик. Он очень любит играть. И любит все царапать. Ой, мне уже. Ну что, посмотрим, как он осваивается? Да. Ой, все, он пробежал.
Смотри, он куда залез. Смотри, куда залез. Сразу обнимает.